Уважаемые, согласны с профессором Янсовцев, все вы присутствуете при одном из наиболее событий в жизни нашего Альянса. Сегодня, 14 января 2019 года, по Дальнему Востоку, мы запускаем первый цикл «Долбучей войны» на своей собственной станции. Ура, товарищи! Нас ждет много ресурсов, много руды. Будем обмазываться ей. Гиб-гиб, ура! Ура! Где? Куда смотреть? Куда смотреть? Подождите. А куда смотреть? Тут я вижу два шарика. На какой смотреть? На огненный или не на огненный? На серый. О, серый. Все, смотрим на серый. Так, подождите. Я по один прыжок. Уже на варпе к нему подлетаю. Салюты. У кого есть салюты? Да, надо салюты по-любому. Я здесь. Ну что, наш великий и ужасно непревожный диктатор, запускай обратно отчет с пяти. Пять, четыре, три, давай, два, давай вместе один. Один. Мне на Омегу все быстренько копать руду. Все увидели луч, который идет к луне. Да, вижу. Да. Да. И пошла. Ой. Смотрите, как она взрывается. Ой. Что это такое? А. Это зеленый кусок руды выдавливает. Выгрызает. Жестко, жестко. Сейчас смайлик нарисуем. Пошла, родимая. Нихуя ёбну. Страшно такая. Скажите же, эпическое зрелище, да? Ага. Посмотреть-то можно будет. Запись идет. Получается, ну, он сейчас тянет. Ну только через 10 дней же запись готова. Вот. На 10 дней минимум тянется. Так что ждем, да. Ну хотя бы запись начала, катализация, потом когда притянет. Не-не-не, я не буду вырубать видео, пока 10 дней не закончу. Все, ждем. Не расходимся, не расходимся. Ну чё, всего лишь 10 дней, так нормально. Ну всё, отлично. Поздравляю с началом этого светлого будущего. Мы сделали это маленький шаг для одного человека и огромный шаг для всего человечества. Донат на развитие Академии. Для того, чтобы перевести деньги, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии». В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».